Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. 7:40, вторник сегодня, друзья. Sun Hotel слева. Буюк отель красивый такой стал справа. Даже мы фирменный логотип придумали. После ремонта вообще шикарно выглядит он. NV Beach Hotel. Сейчас пройдусь, гляну кокосочку. Сейчас вот как бы не жарко. Относительно не жарко. Как бы солнца нет, может она сидит там на своем месте. И немножко пройдемся по пляжам центральным. Так, давайте с монтажом лучше поснимаю фрагментами. Кто со мной недавно, кокосочка, это кошка. Одна из самых главных на моем канале, которая, да, с именем. И она жила здесь. Ну, надеюсь, и живет, как Оспол Бич, который переименовали сейчас. То ли в белую луну, то ли в лунный свет. Я все никак не могу запомнить это название. И кокосочка тут, ну, когда не было солнца, жести, когда не было по солнцу, она сидела здесь всегда. Да, но еда есть. Вот она или ее подруга, кто-то выходит, кого-то. Друзья, кто видел кокосочку, напишите, кто ее знает. Смотрите, какие тут плантации банановые, офигеть просто. Кокосочка, ну где ты? White Moon, белая луна, я иногда называю лунный свет. Смотрите, как красиво тут. Ну, у них сегодня уборка не работает, наверное. Вот где она может прятаться? Ну, идут. Еду дают, мне кажется, она здесь живет. Специально пришел и не попал. Так, я не пойду сейчас на пляж у муниципалитета, потому что я хочу тут окунуться где-нибудь, а на пляже муниципалитета я точно купаться не буду ни за какие деньги, поэтому чуть дальше отойду. И по берегу сейчас немножко пройдемся, сейчас на пляж отеля Панорама мы выйдем с вами. Да, местные сейчас только будут, конечно, отельные уже. Еще раз напоминаю, будьте осторожны, меня сейчас чуть не переехал пердоцикл. Короче, я шел по улице вообще не центральной. И там был такой выезд, как, знаете, как со дворов. То есть я бы вообще внимания не обратил и скорость бы не снизил. Но я слышу, что где-то вдалеке вот звук вот этот вот жужжащий этого пердоцикла. Я думаю, приторможу. Я вот так вот шел прям, вот через нее проходил бы, через этот перекресточек. А он летел с такой скоростью, он сам потом понял, что он летит очень быстро. Что если бы я не остановился, он бы просто по мне проехал. И сегодня смертельный опять случай. Друзья, они почти ежедневно. День, два дня каждый. Не хочу это подробности. Махмуд Лари сегодня. Туристку опять. Так, Дания. Это у нас... Я не знаю, что за номер. Ни праворульный, ни Британия. Так что будьте осторожны не только на дороге, а и на пешеходном переходе, и на тротуаре, и на велодорожке, потому что тоже переедут, мало не покажутся эти безумные самокатеры. Так, заходим сюда, давно здесь не ходил. Красота. Я думал, что они их и заведут, летом будут здесь плавать эти утки. И жить вот там вот домики, которые зарос камышами. Нифига себе домик зарос, как смотрите. Там домик же, что за этими кустами, зарослями. Очень красиво тут. Домика не видно даже, он заросший. А может там кокосочка живет, в домике уединилась. Здесь я вам обещал показать, что это аквариум, бассейн, джакузи, что это такое. Так и не показал. То есть как не показал? Вот показано, я до сих пор не могу понять, что это. Наверное, бассейн, скорее всего, не фонтан же это. Бассейн, скорее всего. А может, там, может, не знаю. Вот, видите? Что значит жара. Друзья, силы уже реально. Сейчас вот даже не жарко, а все равно идешь вареный, переваренный. Просто, боже, сколько торчит голов там. Я такого еще не видел. Смотрите. Смотрите, что происходит на городском пляже. Головы, головы, головы в море сплошные. Ой, песик, как я хочу быть на твоем мине, но я в море сейчас буду. Тут вода, конечно, попрохладнее, чем море. Море на 31, но хочется, чтобы она была 29, потому что 31 это уже слишком. А здесь от речки как раз вот то, что нужно, чтобы охладиться. Мы с вами прямо в ресторан зашли. Тут прям можно купаться, никого нет. Вход хороший, вода чистая. Фу, вау, 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 сколько там людей по...
по центру. Ну, дальше тоже не меньше будет. Ну, меньше, наверное, все-таки, да, но очень много тоже. Смотрите, пляж городской. Смотрите, сколько народу сейчас, время к 8 часам вечера. Ну, собственно, днем там, может, никого и не было, потому что днем только туристы могут ходить на море, которые киборги, терминаторы, кибернетические механизмы, которые не расплавляются. Модель Т-108. А местные, конечно, только сейчас выходят. Ну, вот, либо вышли полчаса назад, скажем так, либо сейчас выходят, либо еще будут выходить, когда уже потемнеет на море. Солнышко зашло, уже его не видно, но солнышко еще есть. Водичка прозрачная, нормальная. Но нет у меня удовольствия здесь от купания, в этих местах, на этих пляжах. Тут не совсем открытое море, но такое вот полубухта. И, ну, не мое. Хотя вот здесь, вот смотрите, кстати, если бы не хотел бы вам людей показать побольше, я бы сейчас был здесь вот заплыл, никого как раз нету. Смотрите, чистая водичка хорошая. Немножко надо пройти все-таки. Сейчас отель «Панорама» будет, и дальше там куча местных. И на отеле «Панорама» можно было покупаться, тоже хороший здесь заходик моря. Обед сейчас в «Панораме». Фух. Все равно вот и нет жары вроде, а все равно, друзья, уже состояние такое вареное. Все эти дни просто так тяжело. На втором этаже идет сейчас ужин у них, я так понял, если я правильно понимаю. Классный персик у них. С заходом прям в воду. Там дальше людей много, вот тут реально мне надо было купаться, блин. Что тут хорошо, никого почти нету. Дальше людей больше. Это сейчас уже будет скоро слева. Анжелик. Фух, сил нет никуда идти. Пойти что ли здесь поплавать. Не ходить никуда. Но хочется же вам показать хоть немножко людей. Такое количество. Ладно, пройдусь. Ради вас. Много даже далеко плавающих, смотрите, люди, где находятся. Круто. Сейчас опять вода здесь будет, конечно, 31, она будет казаться, ну, чересчур теплой, будет хотеться, чтобы она была хотя бы чуть-чуть посвежее. Ну, уже почти нету никого тут на лежачках тоже. Хотя это ресторанчик. Тут все в основном местные, конечно, уже начинаются в этих местах. Люди с кафешек, люди просто, которые вышли на море, а не в кафешку. Чем дальше, тем людей больше получается. В прошлый раз я на Паша купался в ресторане. Я смотрю, здесь даже получше, чем на Паша, потому что вот тут классные входы были, вот тут вот все, вот этот участок довольно классный. И без плит, и песочек. Ну, не песочек, а камушки в воде. Не мутная вода, очень-очень классная. Так, горную реку я должен пройти сейчас. Тогда уже можно намочиться, в принципе, в море. Попробовать, какое оно теплое. То ли возле реки вода кажется такой немножко освежающая даже в море, то ли то, что река впадает, возможно, не знаю причины. Классное море здесь. Не горячее, это радует. Кафешки пошли. Это перед Анжелик, которая, не помню название, следующая Анжелик отель. Иду по воде. Видите, какая вода как раз. Все вам видно. И Анжелик, мишки наши любимые. Анжелик, людей много в ресторанчике. Может, там дальше вообще толпа людей. Музыка. Нельзя тут снимать.
И в море достаточно людей, на берегу людей достаточно. Тут они все до темна, до глубокой темноты, в принципе, эти люди здесь будут сидеть в море. Фух. Хочу купаться. Назад, что ли, идти, там людей поменьше было. Люди именно плавают, здесь не стоят просто в море, как все заходят, станут даже не по колено, а ниже в море стоят. Я не могу понять, что они делают. А здесь именно люди, которые плавают, плавают именно в море. Вот еще сейчас пройду, чуть-чуть покажу вам и вернусь, может быть, даже назад, потому что тут очень много людей. Там купаться комфортнее. Назад вернуться за панораму, если... Ого, мы протопали сколько. Я вас, честно, не собирался так долго вести по берегу. Смотрите, сколько людей в море. Местно. До, можно идти сейчас до этого, до Парадора Монарх Сити отеля, в принципе, людей будет. Также много по всему берегу, как вот здесь сейчас мы видим, столько же будет людей. Люди русскоязычные встречаются, но единично. Это, скорее всего, не отельные, а живущие здесь, я так думаю. У меня уже, друзья, у меня уже сил не будет возвращаться назад. Мне надо где-то здесь запрыгнуть в море. Ну что же, уже реально сил нет. Так это нет жары. У меня уже просто реально сил нет ходить. Даже без солнца. Картина сегодня, надеюсь, что жара немножко попустит, потому что уже просто сил нет. Хотя, в принципе, никуда она не денется до середины сентября еще. Конечно же. Где я купался? Место пытаюсь вспомнить. Я вот тут вот сразу за рыбаком, по-моему. На лежаках буквально пару человек в Паша. А так это просто люди, которые пришли на море. Не ресторанные. Рома, иди уже купайся, куда тебя несет. Так, тут еще вход нормальный. Фу. Друзья, все, прыгаю я в воду, я не могу больше. Пить хочу. Пью, буду плавать. Вторник сегодня, Алания, центр мы прошли. Ну, центральные, получается, как бы считаются эти пляжи, да, в принципе. Сейчас где-нибудь здесь заныриваю и вперед. Все, пока всем.